Вы не подумайте, мы не, вообще не про эти ракеты. Давай рассказывай про Lexus. Короче, Lexus же есть. Поставил музыку. Все, да можешь даже не рассказывать дальше. Lexus же есть, уже хватает. А что за музыка? Музыка музыкальная. Музыкальная? Четкая? Четкая музыкальная музыка. Смотрите, вот резкая. Вот это резкая. Когда мы будем Subaru снимать, Тигран? Завтра. А? Завтра. Завтра Subaru. Если ты сегодня выложишь видео, а сегодня это 19 января, то завтра, 20 января, то мы снимем Subaru. Но я думаю, навряд ли. Я запутался с твоими январями. Сегодня что мы снимаем? Lexus. Сегодня будет Lexus. Знакомый почерк, пара черных точек на столе. В такой момент еще проще становится мне. Как говорится, время прояснит все. Текст будет дописан, потом проснется киса. Посмотрел в окно, но за окном темно. Вижу завод, мост, воздух заполнил смог. Одинокий самурай смотрит на восток. Не считает минуты часов, ценит этот вдох. Отключаю мост, включаю хип-хоп. Слово за словом плетет узор, а вот его сход. На восходе свет горит только в одном окне. На столе чай, битка чает на петле. Как насчет еще, да, это по мне. Кипяточку налей, пока точка тлеет. Че может поспать, лучше еще пописать. Лечь в мягкую кровать, нет, еще полчаса. Как завтра вставать, я не знаю сам. Завтра будет завтра. Че, так и не спал? Хозяин Лексуса слушает музыку, только отдали машину, уже темно, обзор мы уже сняли. А, забыл. Всем привет, сегодня у нас обзор Lexus GS. Ну нахрена я вам это говорю, вы это из названия видео знаете. Lexus GS охренительнейший, я вот сейчас уже это могу сказать. Лет машине уже там 10 или 11, она до сих пор вот в ней ехать просто божественно. Я все это расскажу в обзоре. Обзор немножко необычный у нас сегодня будет. Я оставлю как есть, вы просто покатайтесь с нами, послушайте музыку. Я надеюсь, наш чудо-микрофон опять нас не подвел, записал как надо. И у вас будет возможность послушать эту аудиосистему. Аудиосистема получилась на славу, она SQ-шная. У нас штатное головное устройство, которое передает сигнал на Audison Bit10. Настроенный на процессоре сигнал передается на четырехканальник Alpine и моноблок Alpine. Четырехканальник PDR F50 и моноблок MRV M500, то есть полкиловаттный. Он усиливает сабвуфер Alpine R-ку. И, в принципе, это вся аудиосистема. Ну, провода Чернов аудио, аккумулятор штатный, никаких супер наворотов нет. Штатное ЭГУ, процессор, два усилителя и трехполоска с сабвуфером. Отлично играет аудиосистема, мне очень понравилась. И она очень здорово гармонирует с автомобилем. Я свои эмоции описал на видео, мы только что приехали, прокатились на этом Lexus, и мне вот прям поездка прям понравилась, я прям отдохнул. И от самой тачки, и музыку мы слушали, которая у хозяина есть в автомобиле на диске, там CD-ченджер стоит, по-моему, 6-дисковый штатный. Поэтому с авторскими правами, я надеюсь, если видео будет недоступно, залью ВКонтакте, но вот у нас сегодня нет AUX, нет USB, поэтому мы слушали треки, защищенные авторским правом. Я надеюсь, что авторы этих треков не сделали такие права, что их вообще нельзя использовать. Я надеюсь, что просто мне не заплатят бабло за это видео. И похеру на бабло, мы круто покатались, послушали музычку. Теперь у Тиграну пару вопросов. Сколько на инсталляцию времени ушло? Ну, подиумы делал я примерно где-то дня 3. И перетяжка заняла тоже день. По установке за 2 дня все заново перебрал. До этого тут стояла другая система, немножко не SQ-шная, а стояла 2 пары 6-х и 2 пары 407-е пищалочки. Все штатное место спрятали. И да, и усилитель был Machete M134. И теперь человек захотел немножко SQ собрать систему. А все, что стояло до этого, мы переставим в другую его машину. Он попросил это сделать. Я вообще ничего не запомнил. Лучше объясни, куда это, что за хуйня. Это зачем у тебя здесь? Это вот такие моменты я снимаю с машин. А вот это, кстати, вот эта вещь, это был Subaru. Видишь, у него вот так раз вывалился бы один день и на кузов. Ага. Тигран коллекционирует антиавтозвук. Это Lexus GS, этой машине 10 лет. Состояние, я не знаю, не новая машина, но это просто, она просто очень крутое состояние, очень крутая машина. Просто закрыл дверь, завел, и вот все уже нравится. Это крутая тачка, это нихера не Toyota. Сравнивать глупо. Lexus это Lexus. И вот мне уже нравится. Сейчас мы прокатимся и послушаем музычку. Снимать будет Тигран.
Император. Ой, я включил ночное видение. Сейчас выключу. Я даже не знаю, как назвать эту шумоизоляцию. Ну, прежде всего, хочется... А, включи заднюю скорость. А ты мне выключил ее? Да. Спасибо большое. Хочется отметить то, что просто вот с первых секунд ты в машину сел, завел, поехал. Кажется, что она уже вот лучше пятерки BMW. Да простят меня. Немцы. Бумеровода, да. Ну вот мне очень нравится. Блин, она только что-то с зеркалами беда какая-то. Тут кнопочки слева, огромное количество, я потом покажу. Вот опять по встречке едет конь. Конь! И смотрит еще. Слышь, я уже как это, как Давида сейчас обзоры начну снимать, да, всех материть. Ну правда ж конь вон сними, смотри. Зачем они по встречке здесь едут? А люди сейчас налево повернуть захотят и не смогут. Смотри, чтобы он тебя не под... Он сейчас подрежется, да? Ну да я его подрежу. Тачка огонь. Прям едешь. А она на шипах или на липучке? На шипах мы шумку дверей делали. Не, ну шумка великая, надо сказать. Просто великая шумка. Ну жидковатая. Вот после бэхи, не знаю, может из-за шипов. Но я сейчас на бэхе тоже на шипах, она острее. Это такая... Она даже как вот не Е-класс, она как-то вот ближе к С-классу, прям диван диванный. Прям очень круто, я вот растекся по сиденью, и мне прям очень нравится. Так, ну ладно, что, про машину тут, ну, это вот машина очень удобная, мягкая, тихая, вот все хорошо. Я не буду тут рассказывать вам про кнопочки, тут вот только что можно отметить, что есть кассета. И мы сейчас послушаем. Сажай самолет. Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето. От дома не настей, как печаль, что ни к деньгам счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных. И пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыться. Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в деньгах счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И перед образами крещу с тремя перстами. Молюсь, но знаю, душа болеть не перестанет. Мы лютый сплав, но на снег не пробу ставить навеки. Эх ты, родина, мамочка, боженька, папочка, на волочке облачка. Я не знаю, слышно вам на микрофон или нет. Мне очень нравится, как звучит. Ты вот пока настраивал. Тигран, тебе понравилось? Вообще кайф. Вообще приятно. Мне вот вообще, вот я удовольствие сейчас получаю от езды, от музыки. Вот прям вот кайф. Едешь и отдыхаешь. И от тачки, и сопровождение такое крутое. И машина вот... Ей 10 лет. Это он менял или это штатная? Это штатная. Тут все... Ну, это сенсорный экран, во-первых. Есть... Вон ДСП даже какой-то процессор встроенный. У нас штатная аудиосистема осталась, к ней присоединен процессор Bit10. Спереди стоит трехполоска MD-Lab. Это C-серия же, да? C-серия трехполосная. И через кроссовер у нас установлены среднечастотники и пищалки. А мидбасы играют со своих каналов. Сабвуфер у нас Alpine R-ка, 10 дюймов. Ну потом про аудиосистему расскажем. А, в гараж приедем, там расскажем, давай. Не должен мне объяснить, почему птицей в облаках люблю. Могу быть ближе, мы как север и юг, ты же отпустил меня. Прости, не другой. Сердце.
налево здесь не поворачивай, дальше следующий налево поверни. Я вообще не хочу вылезать из машины. Может, купим по одному Лексусу, слышишь? Но, блядь, они проблемные, если мотор въебет это 200 штук, а у них моторы пятый цилиндр выебывается, понял? Да у всех что-то выебывается. Давай послушаем. Пусть вас хранит Бог. Это Ростов, здесь начинается путь. Каким бы ни был маршрут, тут нас любят и ждут. У нас каждый по-своему крут. И если ты мутный путь, тебя раскусят 5 секунд. Брателла, сколько тут милых подруг. Я их люблю за ум, стиль и красоту. За ту безумную игру, которую они с нами ведут. И страсть, которая сводит с ума. Юг есть юг, садовая ассорти. Мы на втором этаже, курим кальян. Пуэр готов уже, это мне по душе. Шумим, забит на правильный тон. Есть за что перетереть. Не видя, там для меня номер один. Город мой, город, лишь ты все помни. Ростов, Ростов, едем к другому. Ой, смотри, свинарник. Еще один Lexus. Свинарник, блядь. Короче, эта тачка рождена для прогулок по ночному городу, и чтобы при этом еще музычка хорошо играла. А музычка у нас... Власти, поделитесь счастьем, у вас уже высыпается. Отлистайте немного сказки по-братски. Вот так было. Привет всем, кто не сдался, типа Васи и Касты. Протоптали тропу для нас и качается масса. А теперь вот так. Тем, кассы, кто пробивал мат и помогал подниматься. Привет всем, кому кризис дал минус в бизнесе. Случилось, за руль такси сесть. Много таких здесь, но на груди крест. А значит, выход есть, его должны найти вместе. Здрасте, Настя, с которой не встречался с первого класса. Вчера видал ее с коляской. Привет и пацана, с глазами красный. Наверное, не высыпается, но чудо радостное. Салют всем, с кем не знаком, цени альбом. Гири Горилла, он же гига в твоих колонках. Суть не в страсах, а красавица с глянца. Счастливо. Мы не сказали, куда мы едем. А, мы едем за болтиками. Мы едем за болтиками, вот сюда. Вот сюда надо вкрутить болтики. Что компания MD Lab что-то пожадничала нормальные болтики положить, чтобы закрутить динамики. Положили, понял, обычный, ну, под крестовую отвертку. А они, короче, слезались, понял. Но они такие ужасные. Смотри. Блин, да что за люди? Ну, блядь, что ему трудно подождать, что ли, а? Сука. Ради кочки на тормоз жмут аж бегом. А ради человека притормозить надо посигналить обязательно, возмутиться и возбудиться. Едет, слышишь, 3 км в час. Ага. Вот это логика в натуре. Жена не дает. Ты видел ярко, как светит на габаритах? Блядь. Вообще да. Елка, да? О, моя игра, моя игра. Это диск, вот. Тут сидит, Changer стоит на сколько дисков? На несколько. На 6, по-моему. Может, здесь даже солнца не видно. Говорят. Короче, Саш, мы стереотип наш поломали. Теперь, ребята, слушайте все подряд. В этот раз выложим видео со всеми авторскими и неавторскими правами. Потому что аукса нет. Да. Вообще бы забанит YouTube такую музыку, я чувствую. Да? Блин. Чуть-чуть красный. Да, не, желтый был. Так я выехал-то на зеленый. И давай, что у нас, какой следующий обзор? У нас следующий обзор, вы увидите. Оп. Сти. И да, 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 мы чуть-чуть на ней прокатимся. Ух. Совсем чуть-чуть, потому что машина чужая, потому что это Subaru. И все вы знаете, что Subaru это самый надежный в мире автомобиль. А если это Сти, то его надежность утраивается. Но я все равно не хочу рисковать и этот чудо-оппозитный мотор сильно крутить. Чуть-чуть дадим, совсем немножечко. Я надеюсь, вы поймете, что это за автомобиль. Ну и, конечно, расскажем про аудиосистему. Здесь тоже интересная аудиосистема. SQ-шная. Да, для затравки давай покажем быстренько и все. Так, вот. Все. А что, почему тут BMW написано? Смотри, палево. У него BMW, потому что. Потом, в следующем видео. Чтобы видео было быстрее, вы сами знаете, что делать. Нажимайте
откуда вы знаете, что... Что за... Саша что-то затроил. Нажимайте лайк, это нихера сложного в этом нету. Вы посмотрели, кайфанули, денег у вас никто за это не просит. Кликните хотя бы вот... Где? Здесь. Нет, здесь. Там, короче, разберетесь. Я думаю, знаете где. Крутая у меня зажигалка? Она 150 рублей стоит. Сигары спрашивали, вот какие я курю, смотрите. Вот это кубинская. Упман. Это русская, почти угадал. Пагарская фабрика. Поддерживает отечественного производителя. И кубинского. Кубинского, потому что там стоят наши ядерные ракеты, а российского, потому что где-то нужны деньги на ракеты. Вы не подумайте, мы вообще не про эти ракеты. Апокалипсис. Тигран, ты что делаешь, блядь? Это амфетамин? Это... Синемет. Синемет, новый. Да, новая, ага, новая. Удивил сейчас поклонников сериала «Во все тяжкие», ты сильно удивишь новым синеметом. Слышь, Тигран, по-братски принеси кошку. Наши обзоры без кошки уже не смотрит никто.